Пасха – это великая таямница откупления человека. И тому Пасха разглядается как смерть и воскресение Иисуса. И тому, начиная с Великого Четверга, мы святкуем эту великую таямницу. А пятница – смерть Пана, и потом Великая Суббота, как мы называем день, когда весь костел тривает в тишине, чекаючи воскресения Иисуса, и, вядома, светлый день Пасхи. Безумовно, для нас духово повстать с Иисусом с наших грехов, повстать мертвых, это означает воскреснуть, и это означает так само пройти зим праз эти покуты, как потом дочекаться радости. Но то, увогуле, напевно, я думаю, что не только дотычить Пасхи, как этого самого великого дня христианской надеи, а увогуле кожной нашей подеи радостной. Спочатку мы повинны, напевно, неким чином чекать, навод принять некие невыгоды, как потом дочекаться некого вынику, некого результата. Тому, безумовно, у этом сенсе нашей глубокой таямницы, пасхальной таямницы, это смерть и воскресение Иисуса. И это полная Пасха, якая святкуется у костеле на протягу нескольких дней. Адмысловым набажэнствам, якое традыцыйна адбываецца падчас Вялікага посту, з'яўляецца крыжовы шлях. Ён паходзіць з вельмі старажытнай традыцыі Єрусаліма, дзе Христос у Вялікую пятніцу нёс свой крыж. Ужо першыя пакаленні хрысціян ушановалі падзеі і месцы, звязаныя з жыццём, мукай, смерцю і ўваскрэсеннем Христа. Першы пісьмовы ўспамін аб правядзенні падобнага набажэнства знойдзены ў 1228 годзе, хоць вядома, што працэсіі, прысвечаныя пакуце Хрыста, праводзіліся ўжо ў 8 стагоддзі. Але толькі ў канцы 18 стагоддзя канчаткова была ўстаноўлена колькасць прыстанкаў і іх чарговасць. Назва «пакутная дарога» або «крыжовы шлях» была ўведзена ў 1458 годзе. Шлях гэты мае 15 стацый, ад лацінскага слова «стацыя» – «прыпынак». Ён вызначае 15 сумных падзей, калі Єзус нёс крыж з месца асуджэння да месца з мёртвых паўстання. У Єрусалиме ведаем, што існуе вуліца, якая называецца вуліца Болю. Там Христос нёс свой крыж на Галгофу. После его смерти, безумовно, христиане памятали это место, где Христос падал, где спынялся, где он так само споткался со своей мати, и ушановывали это место. И таким чином у Иерусалима возникает вот эта такая традиция молитвы по этой улице, улице Болю. Потом, в 11 стагодзе, когда уже как бы назавсёды христиане стратили Иерусалим, и он был заняты уже в большинстве, безумовно, праз мусульманов, стало небеспечно туды чинить эти подорожжи. И тому вот эти улицы христиане начали робить там, где они живут. Спочатку поза костелами, на ландшафте, здесь, да, в живописных местах, а потом и эта традиция перенеслась у костелы. И поволе-поволе у каждом костеле потом стали уже находить вот эти так называемые стации, с латинской мовы это остановки, якія нам распавядаюць, як адбывалася вось гэта мука, гэта экзекуцыя нашага Господа, і як адбываўся гэты шлях поўны болю, таксама шлях адкуплення. Улічваючы тое, што доўгі час Святое Пісанне, увогуле, кожная кніга была недаступна для звычайных каталікоў, тым больш была напісана на лацінскай мове, гэта таксама было вельмі цудоўным дыдактычным такім момантам, што нашы вернікі маглі бачыць, маглі вот считать, как бы, это мастацтва, да, и таким чином так само и ведали Евангелие, как отбывается, вот, например, это шлях Иисуса, в яким он избавляет каждого из нас, избавляет человечество. И, безумовно, у Великим посте, да, мы молимся, идучи вот от одной до другой этой стации, спыняючися, каля их, ну, и
стараемся так само убачить вот в этом сюжете не только покуты Иисуса, але так само и наше житё. Бо и наше житё – это шлях, у яким есть падение, повстанне, у яким есть некий крыж, який мы с вами несем, есть люди, которые нам помогают, есть наши батьки, и есть так само, напевно, вельми шмат и зла. И все это мы стараемся неким чином асенсовать и злучиться с покутой нашего Господа. Святый Ян Златовусный написал такие слова, менавіта на Пасху: «Радуйтесь, у всех, кто постил и кто не постил, радуйтесь, бо Христос воскрес». И, насколько я ведаю, в православной литургии, нават на пасхальную ночь, эти слова гучно вымовляются. Тому мы не являемся Господом Богом и не повинны судить, чей пост был лепше, альбо чей был недосконалый. Напевно, это ведает только Господь. Когда приходят дни Пасхи, мы хотим сказать каждому человеку, что Бог любит нас таких, каких мы, какие мы есть. И мы не вправе сказать, что ты лепше, або ты хорше, это ведает только Господь Бог. Тому, напевно, день Пасхи является сегодня для всех великой радостью. И не тому, что мы постили, альбо не, а тому, что Бог любит нас, именно это для нас, грешных, и Он пришел на этот свет. И для нас, и Он сегодня живый, как показать, что житье мощнейшее, чем смерть. Тому святковать повинен каждый. Завсюди, коли есть некая великая подея, мы чекаем особливым чином. И каждая подея сама не диктует нам способ, как мы повинны подрихтоваться. Мы маем великий пост, який так само является вот этой такой подрихтовкой до Пасхи. У католицким костёле нема таких мощных обмежеваний на конт ежи. И многим здається, что этот пост легкий. Это совсем не так. Каждый католик ведает, что на початку поста мы так принимаем так званые постановы. И на протягу всего посту мы сочим за тем, как эти постановы выполнить. Эти постановы принимает каждый сам для себя в зависимости от того, с чем в жизни ему тяжко живеться. Что мне перешкоджает любить Бога альбо ближнего? Але обмежуючи себе, мы пытаемся, чому? Для чего я это чиню? Який плён это принесе мне и моему ближнему человеку, якого я люблю, який живе побач. И чем ближе мы подходим до святого Пасхи, тем больше интенсивная, безумовно, это праца над собой, духовная наша праца, больше интенсивные наши молитвы. И тому, вот, конечно же, мы, как бы подводячи выник этого всего, идем до споведи. И у споведи завсёды узгадываем, ну что на початку посту я все же таки обещал Богу и себе. Як у мене гэта ўдалося, не ўдалося? Нават калі гэта не ўдаецца, то цудоўна, ёсць праца над памылкамі, як у школе. Я ўбачыў, да чаго мне імкнуцца. Я ўбачыў, што ў маім жыцці не так. З ласкай Бога штосьці мне, напэўна, ўдалося. Да? Учыніць, і Пасха прыйшла, а жыццё, яно прадаўжаецца. І таму я буду далей і далей працаваць над сабой. Тому, безумовно, мы завсёды это кажем нашим вернікам, что вот наша душа, ну, является тем местом, где повинен быть максимальный паранг. Ну, а потом, безумовно, дом, и это вельми так само важно. Тому вот эти постановы, это праца духовная, наше очищение, размова с Богом на молитве, размова с Богом у споведи, вот это, как бы скажем, является основным посылом посту. Як мы начинаем пост, мы чуем чудовное Евангелие Иисуса, который нам говорит: «Ты зачинись у свой покой и молись, а Отец, который бачит таемное, тебе да поможет». Вот этим покоем, который мы, ну, образно замыкаемся в час поста, является наша душа. И там мы, в интимной такой обстановке, разговариваем с нашим Отцом. И это есть пост. И с этим мы тогда приходим до этого светлого дня Пасхи. Безумовно, мы являемся людьми, и для человека вельми важно так само уметь показать свои почутцы. Менавіта на этот день это, ну, моцная любовь до Бога, моцная удячность Богу, радость и зъеднание с Господом Богом. Да, безумовно, это завсёды на первом месте. Однако я вельми далекий от того, как критиковать так само людей за то, что и они вот, как бы, звертают увагу на прихожости там столу, и так само усіх гэтых звычаяў, яны не з'яўляюцца ніадкуль. Гэтыя звычаі таксама, ну, частка нашай культуры, таксама беларускай культуры. Глядзіце, колькі гэтыя звычаі нам распавядаюць аб нейкіх умоўнасцях, да, таго ці іншага рэгіёну, ці это Палесся, ці это Паазер'е.
І гэта толькі багацця. Да, мы заўсёды павінны сачыць, каб это не стало на першым месцы, бо заўсёды ёсць Христос, які у вас крос у цэнтры ўсяго святкавання. Ну, а потым, наколькі удала ці неудала мы ўмеем выразіць вось нашыя пачуцці і таксама нашу рэлігійнасць, гэта ўжо як бы, ну, пытанне да кожнага з нас. Для кожнага католіка, калі мы азначаем Пасху, безумоўна, вельмі важна паеднацца з Богам у час споведзі. Гэта нас яднае не толькі з Богам, самім сабой, таксама з іншымі людзьмі. І, безумоўна, удзел у святой імшы, удзел у гэтых муках Ісуса Хрыста і ў яго воскрасэнні, бо мы, калі прыходзім у касцёл, мы моцна адчуваем, што мы становімся прысутнымі ў тых хвілінах смерці і воскрасэння нашага Пана. І таму мы таксама дакранаемся да тых вялікіх таямніцаў. І потым, безумоўна, кожны католік плануе, як ён зможа гэта свята значыць са сваімі блізкімі. Мы ніколі ў гэтым святкаванні не можам адасобіцца ад касцёла. Это для нас з'яўляецца, безумоўна, галоўнай і цэнтральнай часткай святкавання Пасхі. Але таксама, калі вось мы асвячаем ежу, мы чуем тыя словы, што прадаўжэннем алтара, які ёсць у касцёле, з'яўляецца стол дома, дзе мы сядаем з нашымі блізкімі, каб дзяліцца з імі радасцю, любоўю, ну, і ежай, і святкаваць нашу Пасху. Асвячэнне страў на велікодны стол – гэта вельмі старажытная традыцыя касцёла. І, безумоўна, калі мы асвячаем стравы, мы ўжо чуем у саміх гэтых малітвах асвячэння сэнс. Христос у дзень свайго змёртвых паўстання прыходзіць да вучняў і сядае з імі за стол. І мы верым, што ў гэты дзень, калі мы сядаем за стол з нашымі блізкімі, Христос ёсць паміж нас, жывы, праўдзівы. І таму мы асвячаем ежу. Усё, што мы асвячаем, нагадвае нам пра дзейнасць самаго Хрыста і Бога. Напрыклад, хлеб, які мы асвячаем, мае нагадаць нам той хлеб, якім Ісус карміў галодных людзей, і хлеб, які ён у апошні вечар перад сваёй мукай перамяніў сваё цела. Мы асвячаем яйка як сімвал новай надзеі, сімвал жыцця. І чырвонае яйка, ну, у нашай культуры, канешне, сімвалізуе гэта адкупленне, кроў, якую Христос таксама за нас праліў. Потым асвячэнне солі з'яўляецца вось як бы смакам хрысціянскага жыцця, знакам гэтага смака, бо соль бароніць усё ад сапсаванасці. І таму ось гэта з'яўляецца сімвалам хрысціянства, бо сам Христос сказаў, што вы соль гэтага свету. І гэта соль мае нібы бараніць наше жыццё, так як хрысціянства бароніць жыццё ад сапсаванасці. Потым асвячаем таксама ваду на знак нашага хрышчэння і ўзгадуем, што мы былі ахрышчаны, абмытыя ласкай Бога. І такім чынам мяса таксама, як знак пасхальнага ягняці, якое спажываў неаднойчы Христос са сваімі вучнямі, і таксама якое з'яўляецца, ну, сімвалам яўрэйскай Пасхі, з якой як бы і паўстае вось гэта свята пасхальнае і потым наша Еўхарыстыя. І такім чынам вось усе гэтыя стравы з'яўляюцца знакам дзейнасці Хрыста, яго прысутнасці з-паміж нас. Але галоўнае, што ў гэты дзень, калі мы сядаем за стол, мы павінны памятаць, што Христос ёсць паміж нас. Вельмі прыгожы звычай пачынае наше святкаванне. Мы, калі ў гэту ноч збіраемся ў касцёле, выключаецца ўсё святло, і мы апынаемся ў цёмным, абсалютна цёмным храме. Гэта вельмі значны сімвал – цемра. Яна калісьці была на пачатку, калі Бог яшчэ не стварыў святло і зямлю. Потым таксама гэта вось грэх, гэта і ёсць тая цемра, якая пануе ў нашых думках, у нашай душы, калі мы без Бога. І ось так пачынаецца наше святкаванне. Мы спачатку як бы смакуем ось эту цемру, і потым выходзім з нашага храма і ідзём да вогнішча. Гэта вогнішча асвячаецца, гэта той самы сімвал, які ўжываецца ў Єрусалімі на праваслаўную Пасху, калі мы ад вогнішча запалюваем нашыя свечкі, і гэтыя свечкі ўносім у касцёл, і гэтым светачам асвятляем гэты цёмны будынак.
Это чудовный символ воскресения Пана. И он хочет осветлить каждую тему моего життя, моих думок, мою самотность, мою одиноту, бо тема это еще так само и холод, когда не физично, то психологично. Это светло Христа, у вас крослого, нехай осветить наше життя, такие слова мы чуем на початку Пасхи. И хотел бы каждому пожелать, у какой бы мы темпры, духовной, не ведаю, физичной, моральной, не находились, памяти, что есть светло. Светло мощное, которое согревает, не опекает, а которое дает мощную любовь. Это вогнище великой пламенной любови, которое хочет весь час нас согревать и топить лед нашего життя. Светлой всем Пасхи! Христос воскрес!